Давайте еще раз все пересчитаем и сделаем. Хорошо. С учетом наших влажных вот этих зим, когда тяжелый снег. Ну, да. Как мы договаривались, двойное усиление. Глава округа Андрей Иванов поручает подрядчику, который завершает строительные работы в детском саду на Можайском шоссе 96, еще раз обратить внимание на безопасность всего установленного на объекте оборудования, в том числе на прогулочные веранды. В целом, итоговая инспекция показывает, что все соответствует современным стандартам. Претензий таких глобальных подрядчику нет. Все сделано с душой, с любовью и достаточно быстро. Здание 1980 года постройки долгое время было заброшено. После того, как его взял на баланс муниципалитет, начался ремонт. За полгода здесь заменили фасады и кровлю, привели в порядок все внутренние помещения – игровые комнаты, пищеблок, медицинский кабинет. Также благоустроили прилегающую территорию, где оборудовали 5 веранд и спортивные площадки. Мы и дальше будем благоустраивать территорию. Она большая, слава богу. Где детишкам будет интересно, комфортно и развлекаться, и отдыхать. Сделаем и автогородок, и добавим уже весной много зеленых насаждений. Это будет такая жемчужина этого микрорайона в системе дошкольного образования. Детскому саду присвоен номер 29. Это будет уже третье дошкольное отделение 14-й Одинцовской гимназии. После устранения в течение 2 недель небольших недочетов глава округа вместе с представителями родительской общественности вновь оценит качество ремонта на объекте. Затем в детском саду установят мебель и все необходимое оборудование. И уже до конца этого года он распахнет свои двери для 140 воспитанников. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».